Всем привет! Сейчас покажу, как установить вот такую красивую карту на Minecraft. Давайте посмотрим картиночки. Установить очень карту легко. Для этого вам нужно по ссылочке под видео скачать архив, после чего распаковать его. Итак, давайте вместе распаковываем архив. Заходим, нажимаем правой кнопкой на Minecraft, расположение файла, Minecraft, папочка Savas. Открываем папку нашу распакованную и скидываем сюда. После чего все закрываем, открываем, запускаем игру и выбираем наш мир. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте классы. Буду стараться как можно больше укладывать новые миры. Пока.